Рядом со мной Наталья Чистякова, автор-исполнитель. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Наталья, откуда вы к нам приехали и какой раз принимаете участие? Принимаю участие первый раз, впервые здесь нахожусь. Приехала из Саратовской области, из небольшого городка на Волге, Хвалынска. Наталья, как узнали о проекте? Кто-то посоветовал, либо соцсети? Соцсети, да, через соцсети, Инстаграм. Вы сегодня исполняете свои авторские песни. Как они у вас называются? Можно вкратце рассказать историю создания этих песен? Буду исполнять первую песню «Лилия», которую хочу посвятить прекраснейшей девушке Ленуше, вы все ее знаете. Да. Вот. А вторая песня «Разговор с Богом». А почему вот решили песню Ленуше посвятить? Она прям вас вдохновила на эту песню? Нет, этой песне много лет, и я просто записала ее 2 года назад. Знакомство с этой прекрасной девушкой, ну, не буду раскрывать все секреты, я ее очень люблю, очень ценю. Это наше солнышко, вы знаете, да? Да. А вот вторая песня, вот как вы ее написали? Возможно, какая-то жизненная ситуация вас на написание песни подтолкнула? Песня, во-первых, любви к жизни, о красоте природы, которая... находится вокруг нас в данной истории, как вам сказать, красота природы Хвалынского края. То есть после фотосессии окрестностей Хвалынска мне песня пришла во сне. Да, стихи, да, это очень красивая песня. Мы сегодня услышим и обязательно оценим. А чем вот ваш Хвалынский край славится? Что вот у вас есть помимо прекрасной природы? Садами. Горы у нас красивые. У нас шикарный горнолыжный курорт. Москвичи многие знают о нем. Очень много москвичей приезжают. И со всей страны приезжают. Зимой, летом. Волга. Красота Волги. Лес, сосновый лес, национальные парки. Ну, красота. Красивые люди, красивые женщины, как вы. Спасибо, приятно. Так, а как вы давно вот занимаетесь сочинением песен? И как вы в это во все пришли? Кто-то вас учил, либо у вас с детства такой талант? Ну, про талант не знаю, но пою с детства, да. Начала заниматься музыкой 5 лет назад, и записано у меня сейчас 6 своих авторских песен, сейчас будет 7-я записываться. 2 года, с началом, вот за 2 года у меня 7 песен. Ну, так вот мне свыше. А есть в планах записать альбом, может быть? Конечно, но, видимо, своей чередой все к этому идет. Я не стремлюсь... к какому-то количеству, к чему-то, вот, ну, так оно, так идет само, да. Какие у вас пожелания всем тем, кто сегодня здесь выступит вместе с вами на одной сцене? Хочу пожелать всем любви к жизни, открытости, добра, мира, благодати, чтобы счастье сияло из их глаз, чтобы радовались жизни и ценили свой каждый день. У меня припев в песне «Разговор с Богом» такие слова. И ты цени свой каждый новый день за красоту, цветов, садов, полей за доброту, и свет его очей зажгите в храме тысячи свечей. Вот как-то так. Все, а вам мы желаем новых песен, побольше новых поклонников, аудитории, и чтобы все у вас получалось. Спасибо, спасибо.